Всем привет! Этот видеоблог я записываю не для того, чтобы огорошить вас сейчас какой-то сенсацией, просто знаете, есть вот люди, которые постоянно повторяют, толдычат с таким упорством одну и ту же хрень о том, что Россия это наша братская страна, Украина не воюет с Россией, нету никакой там российско-украинского конфликта, да, на Донбассе идет гражданская война, то есть это наш внутренний конфликт, вот эти вот так называемые ополченцы на Донбассе это просто люди, которые защищают свое право говорить на родном языке и борются против хунты, да, и так далее. И вот поскольку есть люди, которые постоянно повторяют эту хренотню, как бы я тоже вынужден повторяться, мы тоже вынуждены постоянно говорить, приводить какие-то факты и говорить о том, что они не правы, да, они несут чушь, они просто-напросто вводят нас всех в заблуждение. И вот сегодняшний видеоблог это такое повторение, да, я просто сейчас приведу очередной по счету какой-то там 200-300-тысячный факт того, что на самом деле происходит на Донбассе, и это просто, знаете, как в коллекцию, я просто добавлю это в коллекцию, чтобы потом, как бы когда-нибудь кто-то не сказал, что этого не было, вот мы просто должны фиксировать такие случаи, я их фиксирую. Вот вам просто очередной фактик из тысяч подобных фактов. Сейчас вы видите перед собой на экране скриншот со страницы ВКонтакте человека, он подписывается, и вы видите, как Олег Кадет, на самом деле это гражданин России, это боевик ДНР, а Олег Сташкин, его настоящее имя, у него есть профайл на Миротворце, то есть вот на Миротворце вы можете зайти, посмотреть, там есть ссылки на его соцсети, и вот эти соцсети я там иногда мониторю, вот у этих боевиков, да, не только у него, там есть определенный набор людей, я слежу за тем, что они пишут и так далее, и вот Олег Сташкин, он к 23 февраля написал такой пост, да, такое оригинальное поздравление, вот что характерно, посмотрите, да, здесь нету каких-то бредней, там, деды воевали, да, или там каких-то разговоров, что вот притесняют русский язык, ай-яй-яй, человек пишет, мы любим воевать, да, мы умеем убивать любыми способами любое существо, да, нам это нравится, да, потому что мы русские, да, мы русские оккупанты по праву рождения и силы, да, то есть вот вам, смотрите, аргументация, да, и это же пишет не какой-то фейк, это реальный человек, реально, абсолютно реальный человек, Олег Сташкин, о котором писали ранее, там есть о нем материалы в гугле, можете посмотреть, есть его фотографии, то есть он сам все это пишет, выкладывает, его никто не заставляет это делать. И это просто маленький эпизод, который наглядно показывает, кто на самом деле воюет против вооруженных сил Украины на Донбассе, с какой мотивацией воюют эти люди, какие цели они преследуют, что у них в головах. Вот, то есть я вам взял абсолютно невыдуманного персонажа и его показал. Все ходы уже записаны, да, все это сохранено для истории, и уже никто не сможет там через 5-10 лет сказать, что эти люди не воевали, они сюда не приходили, они не приходили с целью там поохотиться на украинцев. Вот их мотивация, да, эти люди пришли убивать просто потому, что они русские оккупанты и по праву силы, они сами это пишут. Не нужно там какой-то украинской пропаганде что-то выдумывать, да, знаете, вот этот бред, что там Украина очерняет, Украина сочиняет, нам не надо ничего сочинять. Вот мы просто берем персонажа такого освободителя в кавычках, да, и вот, пожалуйста, четко этот освободитель нам иллюстрирует мотивацию этих людей, кто там воюет, с какими целями и чего они на самом деле хотят.